Исмагил, у вас чудесная семья, чудесные воспитанные дети. Надо сказать, что большую долю, ну или основную, жена берет на себя в воспитании, когда вас нет, вы на работе, а она дома. Вот, поэтому это, конечно, такой союз, когда дома женщина с детьми, да. Мужчина работает, да, да, да. И такой уют в доме. Нет, видна гармония. Когда люди друг друга поддерживают, это очень, это здорово. У нас в нашем современном мире мы скачем, прыгаем, бегаем, работаем тоже как только возможно. А когда вот, вот такая гармония и такое правильное распределение ролей, да, ну правильно, изначально правильно, да. Это здорово, я восхищаюсь вот этими вот малышами. Вашим большим уютным домом. Как все вкусно, хорошо и прекрасная атмосфера. Вы знаете, такая какая-то она, понимаешь, что уютно, спокойно и гармонично все. Вот, вот я себя очень всегда стесняюсь во всех домах, когда даже у друзей иногда неловко себя чувствуешь. А у вас как дома? Я просто, если честно, очарована вашим домом, семьей многочисленной, детьми. Вот для меня нет ничего лучше, когда дома дети бегают, прыгают, иногда дерутся, иногда друг другу помогают, занимаются какими-то правильными делами. Мальчики спортом. Это просто чудо какое-то. Видите, как здорово, что мальчишки все спортивные, это правильно очень. А девочки должны быть умнички, должны уметь шить, вышивать, да, чтобы быть красивыми и умными, хорошими девочками. А мальчики должны быть защитниками. Аист в небе, змея в траве, лук с тревогой. Аист в небе, змея в траве, лук с тревогой. Натянули. Еще раз. Аист в небе, змея в траве, лук с тревогой. Натянули. Ты что, не